привет! Вы на канале Таллинский огородник, я Елена. Сегодня хочу показать свои психопсисы, а также рассказать о своих неудачах, поражениях и достижениях. Они у меня уже год, кто-то год, а кто-то уже полгода и там, всего лишь 4-5 месяцев. Но уже таких ошибок изначально я не делаю и хочу поделиться своими наблюдениями, своими ошибками и рассказать немножко о их уходе, как я вижу мой уход. Это мои условия, влажность, температура и содержание. У всех уход разный, но результат, конечно, все хотят добиться одного – цветения. На данный момент у меня сейчас 48% влажности, 22 градуса. Сейчас я предлагаю вам рассмотреть их поближе и о своих наблюдениях, о том, как я их выращиваю и как они у меня растут. Начну я, пожалуй, вот с этого, самого первого. Здесь я на нем тренировалась, как на кошках. И пришел он ко мне в ноябре 2018 года в достаточно замороженном состоянии, без корней. Вот так вот сидел он во мхе. Было немножко больше бульб сзади. Здесь у нас потихонечку мы отсушивали, но ничего. Но пришел он с двумя цветоносами, чему я была безумно рада и счастлива. Не тут-то было. Начались у меня проблемы, так как это растение было в ноябре. Уже достаточно было холодно, но не очень сильные морозы. Но ему этого хватило, чтобы корни все отсушить. Сейчас скажут, надо было цветоносы эти обрезать, но цветоносы обрезать у них нельзя. И вот мы нарастили за лето. Вот такой вот начался рост. Ну и, конечно же, растение-то я не выбрасываю. Оно еще какое-то как-то живет, чем-то питается своими вот этими вот бульбами. И у меня всегда как бы цель выходить это растение и как-то вот его реанимировать. Ну, мы тут сушим листочки. И здесь вот чернота была, я это показывала. Все это дело обрабатывалось, все это мы лето лечились, весну мы лечились, я его проливала, но корней у нас, как видите, нету. Вся надежда на вот этот новый ростик. Я его практически не поливаю. Была у меня пересадок 3 штуки, это уже 4-я, потому что все я его дергала, дергала, в итоге додергалась. Корней у нас не осталось, ростик вот у нас идет, слава богу, здесь вот корешки есть, но я его не поливаю, здесь я опрыскиваю, и то я закрываю вот этот вот ростик, чтобы, не дай бог, его не намочить. И здесь у меня вода, стоят они у меня сейчас на данный момент на стеллаже, и лампа внизу подогревает, эту водичку испарение идет. Почему идет испарение, почему они стоят у меня, как им это нравится, тепло, сырость, такая влажность, чтобы была, так как, судя по моим другим психопсисам, которых я заказала, а я захотела психопсисы все равно, чтобы у меня были, этот психопсис пришли два у меня тогда с Польши. Вот, я не говорю, что это поставщик плохой, но у него иногда бывают такие растения, не выживают. Я заказала у Швертера 3 психопсиса, вот у меня именно конкретно вот эти 3 от Швертера. Эти пришли в начале весны, этот пришел летом уже. В начале весны я заказывала, уже было тепло, и они были как цветущие, как размер цветущий, но не цветущий. И вот, значит, вот этот вот красавчик,
значит, с маленьким цветоносиком. И вот он мне дорастил, но вот уже вот-вот был должен быть бутон. Если я сейчас фотографию найду, обязательно вставлю. Вот-вот должен открыться был бутон, и он у меня благополучно его засушил. Почему? Потому что стоял на подоконнике, на южной стороне, но сейчас солнца у нас такого нету, а в моих условиях им надо тепло. Мы начали заново наращивать вот бутон уже стоя уже на стеллаже. Выпустил он мне новый ростик. Вот он красивый такой идет. Вот у нас уже тут и корешки. Вот такие вот очень красивенькие. Вот они. Здесь у нас что-то тоже вылазит. И почему говорят, что не надо обрезать цветоносы у психопсисов? Я вам покажу. У меня здесь на психопсисе, видите, почки. Вот мне кажется, что вот эти вот почки, они могут разделиться уже потом на цветоносы. Если судя вот по этому красавцу, видите, один цветонос, и с этого же цветоноса идет второй цветонос. Я так подозреваю, что вот эти вот почечки могут развиться на еще один цветонос. То есть он может дать еще один цветонос отсюда, и они уже непосредственно будут расти. Это у меня психопсис трилип, который вот вообще, я вот прямо от него вот обожаю, когда я девчонок смотрю на видео, я прям белой завистью завидую, думаю, господи, какая красота. Но мне действительно они очень нравятся из-за их цветочков. Вот он пришел с таким вот с метелочкой. Вот мы дорастили, но вот у нас здесь вот авария. И вот мы наращиваем. Пересадила я его в 10-й горшочек с его же мхом, с корой. И также я его, может быть, еще и даже засушила, потому что у меня здесь на данный момент он любит, чтобы была здесь влажность. У меня здесь керамзит, и всегда он влажный. У меня тут водичка. Еще один красавчик, вот этот вот. Этот пришел вместе уже с тем. Это у меня психопсис марипоза. Вот вырастил мне вот этот вот цветоносик. Тоже стоял долго-долго. Ну вот мы растим цветонос, и вот он на момент, как он стоял у меня на подоконнике, вот он был вот такой. И если вот видите, то здесь темно-зеленый, а вот это мы уже растим, стоя на полке под лампами, с влажностью, со всеми делами. Но пока здесь у нас никаких новых ростиков нету, мы растим просто вот цветонос. И вот здесь вот почка тоже вроде бы как просыпается, может быть, даст еще один цветоносик. Вот так вот он у меня сидит, надо вот сейчас вот поливать будет, но я здесь только опрыскиваю по верху, так как у меня здесь влажность есть, и корней у нас тоже вот как бы нормально куча. И вот этого красавца я уже получила летом. Вот он. Он пришел готовый к цветению, но не цветет. Это марипоза твист. Пришел он, значит, вот у меня с этим раз, два, с тремя бульбочками. И вот, пожалуйста, посмотрите, он здесь мне начинает выдавать еще вот два роста. Вот они красивые такие, только-только пошли, потому что тоже, опять же таки, стоят стояли они все вместе на подоконнике, и никакого движения не было. Как только я его поставила на стеллаж, то вот они у меня начали как-то расти и развиваться. И вот здесь у нас что-то тоже вот намечается. А что, это еще непонятно. Сидит он у меня, кора, его мох, и еще плюс корни папоротника от корзины. Так как я разобрала корзины, и вот они у меня вот в таком вот и сидят. Вот этот вот. Решила я попробовать, что же будет, если я еще добавлю сюда корни папоротника. И вот он вроде бы как себя хорошо чувствует. Итак, в моих условиях им нужен
тепло, свет и, конечно же, влажность. Влажность должна быть всегда. И посмотрите, у нас листочки, как они были такие, вот так они остались. Не засушил, а просто вот развивает эти листочки дальше. Так что вот такие вот у меня новости о психопсисах. Я не знаю, как у других, но вот у меня лично в моих условиях это вот так вот. И теперь вот с этим товарищем, вот здесь он у меня уже бульбы маленькие отсушил, и вот тут последние, это он начинает. Но пока я его не выбрасываю, я надеюсь на то, что все-таки мы здесь понемножечку мы придем в себя, нарастим заново корневую. И будет у нас все в порядке. Но пока вот стоим вот так вот, без всяких изменений. И вот у меня еще была альба, которая тоже пришла она с гнилыми бульбами. И вот она никаких ростов, никаких движений. Она просто отсушивает эти вот бульбочки свои. И вот она сидит у меня во влажном мхе. Надеюсь на то, что все-таки что-то может быть проснется. Ну, хотя уже здесь навряд ли, так как это уже вот такие вот у меня сухарики. Но я надеюсь на то, что вот эти хотя бы две бульбочки, может быть, что-то когда-нибудь дадут. Вот такие вот у меня новости. И у меня мои психопсисы. Всем большое спасибо за внимание. Всем хороших выходных. Пока-пока.